Как собрать автомат Калашникова за 26 секунд, знают юные патриоты из Айхала. В поселке 4-й год работает военно-патриотический клуб России «Верные сыны». Занимаются мальчишки в воскресной школе при местном храме. Ребята обучают строевой подготовке и владению оружием. На одном из занятий побывали наши коллеги из Мирного. Андрей Базаев – юный казак. Занимается в военно-патриотическом клубе 3-й год. Молодой патриот виртуозно управляется с казачьей шашкой и оружием. Занятия придают уверенность себе и закаляют волю. Мы занимаемся также силовыми видами спорта, такими как рукопашный бой, пауэрлифтинг и, ну, и в общем, общей физической подготовкой. Безусловно, все эти навыки нам пригодятся не только в армии, но и, конечно же, в жизни. На занятиях Андрей Базаев вместе с другими патриотами изучает историю и традиции казачества, краеведение. Умеют юные казаки оказать первую медицинскую помощь, знают, как выжить в трудных условиях. Два раза в год делаем полевые выходы в лес с ночевкой. Взрослые казаки на 4 дня, молодежь на сутки. Там живем в условиях приближенных к экстремальным. В клубе абсолютно на личном энтузиазме работают два педагога. Опытные казаки обучают ребят рукопашному бою и строевой подготовке. Молодых патриотов приучают к железной дисциплине. Кто ушел в армию, говорят, им очень легко дается вся армейская служба, потому что какие-то элементарные вещи они здесь получают. Многие из ребят планируют связать свое будущее с военной службой. Поэтому юные казаки прислушиваются к каждому слову наставников. Мы потеряли преемственность. К сожалению, те казаки, которые сейчас составляют значительную часть казачества, они не видели казаков дореволюционных. В силу времени, да, и в силу гонений. Но о них можно узнать из книг. О них можно узнать из истории. И в своей жизни реализовать ту полноту этого славного, доблестного, христолюбивого казачьего служения. Сегодня юные патриоты занимаются в новом здании воскресной школы. Здесь им выделили два просторных кабинета. Администрация поселка подарила клубу новые шашки, 5 комплектов формы, 2 новых автомата и даже пулемет. Нария Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».